Простой рецепт лепешек на цельнозерновой мюлкее – это более полезная альтернатива хлебу, которую можно смело сочетать с любыми начинками. Для приготовления лепешек потребуется всего пара ингредиентов, но вкус получается потрясающий. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цельнозерновые лепешки. Для этого рецепта была использована ржаная цельнозерновая мюка, ее можно заменить на пшеничную. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все ингредиенты. В большой миске смешайте муку и соль. Добавьте теплую воду, замесите однородное тесто, заверните его в пищевую пленку и оставьте на 30 минут. Разделите тесто на кусочки, раскатайте тонкие лепешки. Жду ваших лайков и комментариев. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне, обжарьте лепешки пару минут. В процессе приготовления лепешки должны стать пухлее. Выложите их друг на друга, по желанию можно смазать лепешки маслом. Цельнозерновые лепешки готовы, приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Мюка цельнозерновая, 250 грамм, вода, 150 миллилитров, теплая, соль, половина чайных ложки, количество порций, 2-3. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду снова и желаю вкусного дня.